Ладно, тренер баскетбольного клуба Днепр Журавлёв, Цветков Александр Кушеров. Александр, пожалуйста, ваши краткие комментарии. Краткие комментарии. Ну, игра была очень тяжелая, хочу так сказать. Мы расслабились, как-то обыграли перед этим сильную команду. Думали, что налегке Харьков обыграем, но, как оказалось, не налегке. Но победа и победа. За счет чего в итоге удалось? За счет чего? Ну, наверное, какого-то мастерства, опыта, тренерских каких-то установок. Вот, и за счет этого. Спасибо. Ну, было понятно 3 дня назад, что эта игра для нас легкой не будет, это не будет прогулкой, потому что обыграли серьезную команду в Кубке ФИБА. Я думаю, что ребята просто смотрели эту игру как какую-то промежуточную, но на самом деле это была часть подготовки к следующей игре, которая будет очень серьезная, очень тяжелая и очень нам нужна. Да, хотелось бы одержать сегодняшнюю победу какой-то малой кровью, чтобы больше помогали нам ребята со скамейки, но опять мы наступаем на очередной раз на те же самые грабли. И опять у нас ложится нагрузка на тех же людей, но я думаю, что не хватит сил восстановиться и подготовиться к следующему этапу. Это Кубок ФИБА на выезде, очень хорошая игра с Альбой.